атаку от самых первых метров. Вперед вырывается Александр Кадрышев, Александр Мажукин на втором месте. Евгений Никушенко в третий, Уткин Александр четвертый. Парни едут по пролинии, они набирают скорость для того, чтобы преодолеть самые дальние от нас трамплины. В прыжках красивые прыжки показывают спортсмены, их встречает встречный ветер, не все выполняют прыжки, но тем не менее гонка продолжается. Александр Уткин, Никушенков Евгений и Александр Мажукин. На четвертом месте... А нет, Никушенков. Александр Катышев лидирует, конечно же. Катышев, Никушенков, Мажукин и Уткин.